Рядовой случай из практики. Медики спешат на место ДТП. Машина врезалась в столб, внутри заблокирован ребенок. Водителя на месте нет. За 10 минут нужно разобраться, что случилось и как всех спасти. Первое, на что обратят внимание фельдшеры – провода под напряжением. Потом найдут травмированного водителя и сбитую им женщину. Вдалеке там метров, наверное, 150 увидели мужчину. Гипогликемическое состояние, при котором снижение сахара, и он ходил, бредил, ничего не говорил. Вот. Мы ему оказали как бы помощь, он пришел в себя. А где женщина? Была женщина. И мы тогда уже понимаем, что во время того его приступа он сбивает женщину. Она по дороге еще метров, наверное, 150 дальше лежала. Мы пока пришлось бежать туда. Всего в открытых соревнованиях по профмастерству бригад скорых на территории санатория «Нарочанский берег» принимали участие 17 команд из Белоруссии и 2 российские бригады вне конкурса из Саранска и Екатеринбурга. Для каждой команды разыгрывалось 6 непохожих ситуаций на вызове. Опыт не всем помог не растеряться, рассказывают медики. Кто-то пропустил диагноз, кто-то не заметил пациента, другие не успели спасти. А вот бригаду из Мордовии даже похвалили за слаженную работу. Главное отличие на белорусских станциях – сотрудники никогда не знают, с кем попадут работать в смене. Это может быть совсем незнакомый коллектив. Допустим, у мужчины был инфаркт миокарда с кардиогенным шоком. Но помимо кардиогенного шока, там еще оказалась травма грудной клетки и пневмоторакс. То есть многие вот это вообще про это не то что забыли, а не нашли вот еще вот этот подвох. То есть все задания были еще со своей изюминкой, скажем так. Вот, и поэтому, я говорю, кажется, что 10 минут – это очень много, а реально это времени очень мало получается. Здесь вот в сауне с 3 пострадавшими. Это и по жизни бывает, что 10 минут очень мало, чтобы объективно оценить состояние всех и адекватно за 10 минут оказать медицинскую помощь. Поэтому здесь в этой ситуации теряются все, а когда еще над тобой стоит куча судей, и вокруг, как бы там еще такие моменты были, то есть тебя старались запутать посторонние люди, отвлекать, кричать, то есть как будто вот реально в жизни. Возможно, были бы в пятерке лучших, так говорит о своих сотрудниках главный врач станции скорой медицинской помощи Саранска. Это вторая поездка Андрея Матякина в Минск. В прошлом году он просто знакомился с Белоруссией. Теперь мечтает пригласить коллег в Мордовию с ответным визитом. Последний день нам показали подстанции скорой медицинской помощи, провели экскурсию. И есть что взять к себе. Также на следующий год у нас будет 90 лет станции скорой медицинской помощи. И мы приурочим, сделаем первые республиканские соревнования на лучшую бригаду скорой медицинской помощи Республики Мордовия. Что-то мы подчеркнем соревнований с Тулы, что-то, конечно же, мы возьмем от Республики Беларусь. И я думаю, с ответным визитом мы пригласим сотрудников станции скорой медицинской помощи города Минска к нам сюда. Алена Москалева, Евгений Фролкин. Наши новости.